Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы поиграем в игрушку Last Stop. Последняя остановка, как я понимаю, она переводится на русский язык. Так, новая игра. Давайте посмотрим, что за чудо. Это какая-то долгая загрузка. Лондон, 1982 год. Питер, блин. Ой, get back here. Shit. Шапку у полицейского утащили. Вот сюда. Нет, Пит, блин. Ты в порядке? Ой. Get back here! Стоять! Так, сюда, туда. Come on, this way. Все бы двери так вышибались. Так, по каким-то непонятным причинам контроллер от Series X здесь не работает, зато от Xbox One S третьей ревизии работает замечательно. Ну, по Bluetooth я имею в виду. Полицейские вас ждут большие неприятности. Come on, this way. Быстрее сюда. До скорого. Ну же. Вот там. Неплохо. О? А? О, чё за чел? Вы опоздали, незнакомец. Потерялся, что ли? Вы потерялись, что ли, старик? Должны были прийти 20 минут назад. Я ждал. Четко по инструкции. Ладно, проехали. Может, все еще успеем. А что вы говорите? Погоди, Пит. Эй, приятель, можешь нас... Вы шутите? У нас нет времени на болтовню. Либо идете со мной, либо к чертям валите, но возврата денег нет. Что ж, тогда идем за ним. И тут какая-то тоже мистика у нас, что ли? Сэм, что ты делаешь? Эта штука радиоактивна, отойди. Рус. Сэм, боже мой! It's now or never, son. Сейчас или никогда, сынок! Они здесь! So be it. Как хочешь! Стой! Ну все! Gotcha. Эй, они за этой дверью! Не может быть! Last stop! Последняя остановка! Наши дни. Так, это что мне предлагают выбрать персонажа? Внутренние дела. Глава первая, кандидат. Джон Смит какой-то корявенький. Мина Хьюис.
Ладно, давайте за мужика. Как обычно, мужчина какой-то плешивый весь. Стрёмный, блин. И всего один. Ой, скоро, наверное, и таких не останется. Ой, с такой феминизацией. Так, бумажная кукла, глава 1, агрессивный пассажир. Ну, рисовка здесь простецкая, игра эпизодами, я так понял. Что прикольно. Прям как я люблю. Интерактивное кинцо. Своеобраза. Молли. Папа! Пап! Херовый сон. Это вот, в смысле, это тот пацик в будущем, что ли? Так, давайте посмотримся. Ничего у нас тут нет. Тут походим. Hey, Dad. Привет, пап. Поспал. Доброе утро, чё? Доброе утро. Да, я знаю, который час. Дай мне минуту, и мы отправляемся. Я готова и жду. Я уже собрала себе обед, так что об этом не беспокойся. А, а-ля этот... Игры Дэвида Кейджа. Ну, ребята, тут надо успевать нажимать, еще и читать. Так что... Не обессудьте. Так, заехать в магазин. Может, заодно купишь новый ополаскиватель для рта? It's the best one, because it shows all the bits of bad breath in the sink. Да, что-то он как будто вроде поспал просто, как будто, я не знаю, не мылся, не брился. My friend told me вечность. He said it's really fun, like going on the car wash, but in your mouth. Maybe we could share it. Так, надо одеться, наверное. You need a new toothbrush. В любом случае, тебе нужна новая зубная щетка, твоя вся в волосах. Да и полоскатель как, блин. How comes I have hair and you don't? You have some, but it's in the shape of a horseshoe. Will I have horseshoe hair when I'm older? Такой среднестатистический мужчина у нас. Поди, отец одиночка. Что там? Все готово? Phone, Dad. Телефон? Верно. Give it a buzz for me, Mom. Calling. Так. И у нас телефон звонит. Я, кстати, иногда бывает тоже теряю. Так ищу. Что, собрал? Поехали. Что, погнали. Нужно я проверю почту, как кто последний спустится, тот лох. Помедленнее, Мор. Не уверен, что смогу за тобой угнаться. У меня еще и жизнь что-то кончается, да? Ни хрена ты пробежал столько, уже выдохся. Ты, видимо, побухал на днях очень даже хорошо, если так. Даже не 100-метровка. Ну, на лифте-то я, может, и обгоню тебя, доча. Одни считаю кое-что для того мужчины. Ну, почта этого Джека вечно приходит к нам.
Беда с идентификацией. Должно быть, почтальон перепутал адреса, полагаю. У нас одинаковые инициалы и фамилия. Не возражаешь? Делаем это. So, chicken dip is for dinner. Так, что на ужин? Наггетсы? Кускус какой-то. Более питательное? Я подумал о кускусе. Ого, поняла тебя. Джейми Оливер какой-то. Джерри Оливер. Ну, пока вроде неплохо, кстати, ребят. Ну, кто любит вот подобный жанр, конечно же. Совка не идеальная, но сойдет. Живет какая-то мистика, а-ля доктор кто. Hello, Jack. Привет, Джек. Оу, hey. Оу, привет. У нас его почта. Нам снова прислали твою почту. Ah, nice, cool, yeah, cheers. О, здорово, круто, спасибо. Джек, твоя одежда мрачновата. What? No, they're not. Ага, что? Нет, это не так. Слышал звон. Хватит, мол. Не думаю, что ему нужны наши советы, как одеваться. Она слишком облегающая. Не стесняет движение? Смешная девочка. Девчушка. Ну, рад был повидаться с вами. Моя почта. А у тебя нет у нас нашей почты? Даже почтовых отправлений и преступлений. Есть, вот оно. Простите, очень много всего навалилось. Он Смит. Мистер Джей Смит, блин, одни Смиты. Так, отлично. Спасибо. You messed up, Jack. Anyway, в любом случае, мне правда пора бежать. Аккуратнее. Аккуратнее. И Розиня. У этого парня голова для красоты. Мне он нравится. Обещай мне, что не превратишься в такое, в такого человека. Без паники, Пама. Твоя дочь неприлично гениальна. Точку. Именно то, что я хотел сейчас от тебя услышать. Могу тебе не подружиться с Джеком. У тебя совсем нет друзей. Телеви. А как же Шезия? Кто такая Шезия? Yeah, but she's a work friend. You need cooler friends. Friends who joke and... Шезия — это моя коллега. Так, друзья, которые бегают и у которых глупая прическа. You were kidding about the couscous, right? Пошутил насчет кускуса. Слишком жирно, в духе кафе. Ты растолстеешь. Не можешь вечно есть вредную пищу. Также чипсы, картофель — это овощ. Вот он масло всякое, да чё. Так-то очень вредная пища, чипсы. Так, чё, иногда в кино сходить, поговорить нормально. Даже, наверное, не каждые выходные. Уж очень вредное, но кто заботится о своем здоровье? Ладно, увидимся. Забудь про ужин. Нельзя забыть. Да, сделаю себе памятку. Пока, папочка. Ну и дочка. Рюкзак у нее прикольный, с кошельком. Сучка, мне что, дальше надо идти? Paper dolls. Бумажные куклы. Paper dolls. Или paper читается. Paper, по-моему, правильно. Произношение.
куда мне, сюда идти? Иду, сам не знаю, куда иду. Надеюсь, тут нельзя заблудиться. А то ведь я смогу. Сестра в больнице. Еще надо так ведь попасть. Так, что, мне сесть на поезд? О, на электричку, вернее. О, это ж этот наш почтовый друг. Почти тёстка полный, да? И фамилия, имя. Мир Тесен. Доброе утро, рад видеть тебя здесь. Ага. То есть всё в наушниках, так понятно, что он такой рассеянный, не в этом мире. Sorry, mate, what was that? Да, я беседу. Sorry, I'm being rude. Видишь, что она грубил? Не переживай, увидимся. А вот этот мужичок, вы чертовски идиот. Ай, мой телефон. Это дорогая вещь. Ребят, вы в порядке? Экран разбился. Знаете, сколько он стоит? В общем, любитель айфонов очередной. Айфончик, телефончик, да. Так, обвинить Джека. Позвольте вам помочь. Эй, позвольте, я вам помогу. Уберите руки от моих вещей, во. Помогаю, чудо. Я просто пытаюсь помочь. Дай мне руку. Ради бога, ты чудо, один грубиян, второй грубиян. Вы двое созданы друг для друга. Исчез. Мужчине. Извини, приятель, мне надо идти. Ладно, чё? Чё он тут за хрень сделал? Да, блин, мы ему, я ему помочь, мой герой хотел, а он что-то этим дурачком нас связал вместе. What time do you call this? Как это называется? Припозднялся. Задержался. Я задержался, извини. Ну ничего, мне нужен твой совет. Азия. Ну началось. Ну говори, что. Давай послушаем. Я вчера опять встретилась с Дарреном. Ну ты знаешь, такой с забавными ушами. А, так она еще про мужиков сейчас будет меня спрашивать. Мой-то герой вроде как с ней замутить хочет. Понятие. Неважно, вчера он пригласил меня к себе. Наконец-то. Молодец еще. Отличная работа. Он тебе писал? Ись. Кто не будет писать сообщение так быстро? Но в реальной жизни ведь на самом деле такие люди есть. Так. Что там с Дар? Кем я могу поговорить? It's an expensive cocktail bar, right? No, I think I'll pass. Oh well. Ну, коктейль, я, говорит, пас. Мне тебя будет не хватать. Я правильно вообще иду? Так, идем дальше. Так, что, нам сюда, что ли? Работа у нас, да? Доброе утро. Или точнее день? На часах только 9. 9.02, по-моему. Стрелял по Биг Бену.
Боже мой, это очень умно. Осторожно, солнышко, не забывай, кто здесь главный. Вот ненавижу таких мудаков, блин. Вот сам опоздает, так все нормально. Вот тут будет за каждую минуту докапывать. Так, знали бы вы, в каком стрессе мне приходилось работать, чтобы достичь новых целей, так что я держусь чудо. Возьми отгул. Тебе надо в отпуск. Лучше бы тебе не выделываться. Yeah, because he was in hospital. Shaz, that's tragic. Come on. У меня там он так работает, ништяк. Да, у него производительность труда у него большая. Так, куда мне надо шлепнуть-то? Здесь-то не надо ведь шлепать. Или надо? Да, увлекательная работа. Сразу количество копий нельзя задать. Pete's sake! Печатай, скотина. Здравствуйте, вас приветствует техническая поддержка. Опишите свою проблему в нескольких словах. И мы вам поможем. Мага застряла, принтер сломался. Приведите на оператор. Сказали пригласить друга? Перевести на старшего. Supervisor. Supervisor. One of our support team advisors. Finally. We are currently experiencing. В данный момент нам поступает большое количество. Ну, в общем, ладно. Ждите ответа, ваш звонок важен, траля-ля. Все как обычно, все как в жизни. All right, 5:30. Let's get out of here. Пора убираться отсюда. Ну, пойдем. John, mate, where do you think you're going? Приятель, куда это вы собрались? Ухожу. Что еще? Домой. Я собираюсь домой. 3:05 вечера, думаю, мы имеем ты не получила мое письмо? Я пометил его как важное. Должно быть, ты пропустил его. Неа. Нет, я не получал твое письмо. Печально это слышать. Ну, короче говоря, произошла небольшая ошибка. В любом случае, мне нужно, чтобы файлы Power Royale были готовы завтра. Короче, напрягает работать. Я останусь здесь и помогу. Это работа Джона. Не думаю, что нам нужны претенденты, разделения. Ничего страшного. Спасибо, Саш, но ничего страшного. Как же Молли? Я найду няньку. Иди домой. Ты молодец. Раз ты так уверен, увидимся завтра у школы Молли. Блин, такой он... Прошу прощения, у меня 16+ стоит. Такой он гандон. По-другому и не назовешь. Лучше и не скажешь. Поезда идут с задержкой. Да вы шутите? Он фраза Бори. Вы шутите? Да, нет, они, походу, серьезно. Ну да, беда не приходит одна. Этого бы где-нибудь после работы стукнуть кирпичом, блин. И оставить на помойке, блин. Ладно, будем надеяться, тут дадут нам возможность отомстить ему. Thank you.
Лифт не работает, да? Охрененно. Ну, черт подери. На, грустненько. Дад! Папа! Доча! Так, ужин. Проклятье. Забыл про ужин, да? Я что-нибудь соображу. Я что-нибудь соображу. Соберу нам ужин побыстрее. Я же сказал, в холодильнике есть желе. Пойдет, что? Как-то поздно ты вернулся. Я здесь уже с 3 часов. Няня? Хочешь, чтоб на будущее нанял няню? Да. Нет уж. Там сама напросилась, да? Well, I did my homework. Do you want to check it? Блин, вот это вообще так тяжело. Ты считай, весь после работы затраханный. И ужин сготовь еще, и доча. Ну, давай. Дай мне закрыть глаза на 5 минут потом. Ой, сделаю ужин, посмотрю домашку. Но сейчас он, походу, уснет и ничего не сделает. Вы двое созданы друг для друга. А они сейчас еще телами поменяются, что ли? Молли, I'm sorry. Молли, извини, кажется, я снова проспал. Что, где я? Молли? Молли, ты здесь? В общем, сейчас найдем зеркало и увидим. Черт возьми, чьи это вообще вещь? Это пацанчик... Да, пацан, микрофон, он тут стримингом занимается, походу. Ну, или чем-то таким. Так, что тут? Кепчик. Их поменяли телами. Чувак! Ну, сейчас, блин, прикольно, они роли будут отыгрывать. А, ну и дальше нам предлагают сыграть за другого персонажа. Но об этом давайте уже в следующей серии. Дальше поиграем за эту дамочку, потом за другую. В общем, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Комментарии пишите, предлагайте игры. Да, вообще любые вопросы. Их я читаю, отвечаю. В общем, еще раз спасибо за просмотр. На этом все. До следующего видео, до следующей серии. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум. Bam!